Всем привет! Вы снова на канале Дэн ТВ. И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о своем новом проекте. Это топор викинга. Топор викинга я буду делать вот с такого обычного топора. У меня как раз давно лежит без дела. Советский топор с клеймом. Thank you.
Итак, закончил я свой топор. Рукоятка топора изготовлена из дуба, обтянута кожей. Здесь более тонкая кожа, здесь чуть погрубее сверху кожа. Декоративные кисточки сделаны тоже из кожи. Рукоятка топора сделана под два хвата. Под более точный хват, для более точного контроля топора, где-то что-то подрубить. И под стандартный хват, под правую руку. Выемка внизу рукоятки специально сделана под ладонь, для более цепкого хвата. Так, по поводу заточки этого топора, ну вот продемонстрировать, наверное, только вот так получится. Вот, видно, нет? Ну, короче, срезает он волоски. Кому понравилось мое изделие, также мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет много интересного. Всем пока.